Всем привет! Вот и наступил конец июня, и настало время второго апдейта проекта «Закончить». Долго не буду останавливаться на продуктах, которые мы уже видели не раз. Моя палеточка Caroline Старичок, с которой я использовала прилично тенюшек. В прошлый раз я вам сказала как раз сколько штук. И также эта палетка ждет для дальнейшего моего использования. Надеюсь, сейчас летом во время отпуска у меня будет время и ее подзакончить. Следующая у меня закончилась в первом апдейте тенюшка от Jade. Тут была такая беленькая, не очень много, но все-таки. А также помадка от Makeup Revolution, которая у меня закончилась полностью, и выковыривала ее оттуда, девочки, 67 раз. А также милашка, вот такая масипусечка от Bite, которую я выковыривала изнутри 13 раз. Да, девочки, я считаю, для того, чтобы себя мотивировать и заодно знать, насколько там есть еще продукта, так как многие считают, что это все ерунда и стоит это выбрасывать. И это то, что у меня закончилось за первый апдейт. Сначала я вам хочу показать продукты, которыми я пользовалась. Вот это моя магнитная палетка со всякими тенюшками от Jade. И вот за этот последние 3 месяца у меня появилась вот здесь вот маленькая донышко, вот здесь побольше немножко донышко. Ну и остальные донышки у меня немножечко увеличились, чему я тоже очень рада. Эти донышки все, про эти все донышки я вам рассказывала в моих влогах. Все донышки я рассказываю во всех влогах, как только они появляются. Моя палеточка от Essence Magical Forest, также зеленые тенюшки, у меня немножко такое более углубление и в синий. Но в синий, к сожалению, до донышка я не дошла. Тут немножечко расширилось донышко. Вот это или пойдет следующим моим хайлайтером, или я его перемешаю в мои следующие румяшечки. Следующим 2 продукта. Это тенюшки от фирмы MAC. И я брала в использование только вот эту тенюшечку. Кстати говоря, мы забыли про свотчи совершенно. Вот такая вот красотень. В ней также за это время появилась донышко, ну и также, как видите, я ее немножко и донышко увеличила, и вот здесь вот я начала вот по краям как бы собирать. Моя цель не стоит ее закончить, добить, но потихонечку как пользуюсь, так как она у меня очень часто в использовании, поэтому она у меня вошла и в проект. Палеточка от фирмы Jade с линейки Velveteen. Название Field of Dreams, номер 45. Беру в использование 5 тенюшек, вношу их в проект. Вот эти 1, 2, 3, 4, 5. Вот эту не уверена, но пока что давайте возьмем эти 5 и будем их тестировать. Вот эту тенюшку я уже несколько раз пробовала. Отличный цвет, как раз то, что мне нужно по выходным дням. В меру блестящая, в меру цветная, все как надо. Вы только что видели, моя палеточка от Jade с линейки Velveteen в номере 45 Field of Dreams, которая также взяла в проект из-за того, что у меня закончилась предыдущая моя тенюшка, да, такая на по выходным, и смотрите, какое у меня здесь углубление. Также, когда у меня впервые появилась здесь донышко, я показала это во влоге, и смотрите, какое красивое углубление. Я взяла вот эти вот 6 штучек, да, вот их хотя бы даже эти 5, в проект, но почему-то у меня рука только тянется к этой. Она мне настолько нравится, я просто, как говорят на украинском, захвате. Просто шикарная тенюшка, она мне очень нравится. И я не знаю, мне кажется, пока я ее не закончу, на другие тенюшки я не перейду. Следующая палетка от Essence. Смотрите, сколько у меня получилось Essence. Это палетка Eye and Face. И тут я использую хайлайтер. Также показывала в влоге донышко, и смотрите, сколько у меня уже, какое углубление. Если первый апдейт мы даже не могли видеть, было углубление или нет, у меня сначала вот здесь вот образовалось донышко, мне кажется, вот по вот этим вот точечкам. И смотрите, как оно разошлось, чему я очень рада. Сейчас, когда я буду в отпуске, буду интенсивно пользоваться. Надеюсь, что к концу года он закончится, хотя я вам хочу сказать, здесь продукта намного круче, чем вот в румянах. Почему? Это более спрессованные, более... намного больше продукта, чем в румянах. Не знаю даже, почему так. Но вот как видите, вот продукт от продукта все-таки отличается. Следующим хочу вам показать, куда же делись все эти тенюшки, которые я переделала в мои самодельные румяшки. А вот они, вот они. И смотрите, вот я тоже во влоге показывала, как у меня появилось здесь маленькое донышко. А теперь смотрите, какое тут красивое донышко. Смотрите, какой большой кусочек уже.
Эта палетка на 17 грамм, то есть здесь прилично продукта. Я этими тенями пользуюсь и утром, и вечером, да, то есть я пользуюсь ими два раза в день и только этими румянами. Хочу посмотреть, да, куда я дойду к следующему апдейту. Следующий апдейт у нас будет июль, август, сентябрь, в конце сентября. Очень хорошо, так как в начале октября у нас начинаются праздники. Я считаю, что как раз у меня будет время заснять и посмотреть, да, как я продвинулась в моих самодельных румяшках. Они, кстати говоря, мне очень нравятся, и следующие тенюшки ждут моего нового замеса. Доброе утро! Первый день после отпуска у меня начался с приятной новости. Палетка от Essence Crystal Power, подарочек от Мариши А. И девочки, у меня в этой тенюшке Believe in Miracles появилась донышко. Хотя это не было моей целью, но я теперь пользуюсь этой тенюшкой. Она у меня входит в проект. И, как вы видите, у меня наконец-то появилась донышко. Кстати говоря, за 2 недели отпуска я так и не пользовалась этой тенюшкой. Поэтому выйти из отпуска с донышком было очень и очень приятно. Ну, я, как всегда, молодец и что-то забуду. И забыла еще показать вам палеточку от Essence Crystal Power. Тут в проекте у меня участвует вот эта вот белая тенюшка. И я хочу вам сказать, что за эти пару месяцев я проковыряла здесь довольно хорошую такую дырочку. Красивая донышко. Believe in Miracles. Следующим хочу вам показать мои старички от Jade. Вот так вот они выглядят. Коричневый джейд у меня сократился на клеточку, девочки, чему я очень удивлена. Это с начала года. Я с начала года я не замеряла. Синий, ну буквально чуть-чуть, может быть, на пол клеточки, и сиреневый вообще не сдвинулся. А что у меня, девочки, произошло с коричневым карандашом? Он у меня начал выпадать. Он, вот грифель, если это, да, так хорошо стряхнуть, он просто выпадет. Поэтому я решила, сколько смогу им пользоваться, столько им смогу. Но пока что он там держится, я его держу вертикально, чтобы он не испортился. Вот я не помню, ли я точила синий за все это время. Не могу вам сказать точно, но он немножко сдвинулся. Вот, сиреневый карандаш. Вот самое интересное, смотрите, какой он кривой. Я его, да, точила, но почему-то на бумаге не видно совершенно. Сейчас, хотя у меня был немножечко другой сиреневый в проекте, как бы в проекте, да, который мы не зарегистрировали, карандашик от Avon. У меня там остался буквально маленький кусочек, я хотела его израсходовать. Но сейчас, во время отпуска, я все-таки перейду на этот карандаш. Карандашик от Davis, я им, девочки, вообще почему-то не пользовалась, честно говоря, я о нем забыла. Надо его опять взять и использовать как помаду. Вот этот карандашик от Davis номер 23, здесь была темная сторона, видите, где он обломался. То есть получилось, мы его списали в прошлом году, но он был немножечко длиннее. Светлой стороной я пока что не пользовалась. Но если мы посмотрим на тетрадочку, да, то есть получилось, сколько у меня еще получилось темного карандаша, вот я вам покажу аж на целую клетку. То есть вот, да, вот после того, как мы закончили темную сторону, у меня еще его хватило на клеточку. То есть получилось, да, что темного цвета дали больше на светлую сторону, чему я очень рада. Хоть да, и мы ничего не можем сказать, как бы, но светлый сократился. То есть теперь я замеряю светлый отсюда от огрызка вверх. Тоже, чему я очень и очень рада. Вам хочу сказать, у меня хорошие результаты в Davis темно-зеленым. Это тоже с начала года. Вот смотрите, практически на полторы клеточки. Вот я даже написала 24-й год. Вот это был конец прошлого года. И оказывается, на полторы клеточки. Но это за 2 апдейта. Не за один. Потому что первый апдейт, мне казалось, что там не было продвижений. Поэтому я его не замеряла. И вот теперь, я думаю, что опять же в отпуске надо немножечко уделить им внимание. Карандашик от Avon. Название Rich Copper. Я им, девочки, периодически пользовалась. Вот я его вытащила слишком много. А почему? Потому что, когда я его вынимала, вот эти кусочки, помните, мы пользовались вот так вот, ватной палочкой наносила стрелки. Поэтому я решила его закончить. Но, опять же, пока что пользовалась другими. Честно говоря, я про него немножечко подзабыла. Надо будет к нему вернуться. Карандашик мой от Caroline в номере 154 Natural. Практически не пользовалась. Очень мало. Тоже, опять же, в последнее время мне не тянет на карандаши для контура. Раньше без контура просто не могла. А сейчас свободно. Вот, но мне кажется, он тоже там уже идет под конец, так как я его проталкиваю.
И хочу сказать, девочки, что я взяла этот карандашик, хоть я его и не замеряла, я его официально не объявляла в проекте. Это карандашик от Jade Intense Lip Liner в номере 601. Вот так он выглядит. А почему, девочки, очень классный карандаш, но он каждый раз, я его точу, каждый раз он ломается. И я уже показывала в своей косметичке, как я его использую. Я его использую под низ помады. Так та помада очень сильно съедается. Я делаю полностью на полные губы этим карандашом, который, видите, он отлично рисует. Вот еле-еле дотрагиваешься, он уже рисует. Делаю его сверху помаду, и тогда оно держится отлично. К сожалению, этот карандаш был огромный, просто длинный. У Jade очень длинные карандаши, вот эти старого формата. Но почему-то он начал внутри коршиться, чего мне очень и очень обидно. Поэтому беру его, девочки, в проект.